А в Новосибирском гарнизонном суде начали рассматривать уголовное дело младшего сержанта НВИ, который в январе этого года попался с крупной партией наркотиков. Процесс над Александром Мордвинкиным сделали показательным. На нем присутствовали курсанты института и другие военнослужащие Росгвардии. Подающего большие надежды пятикурсника военного института без пяти минут офицера Росгвардии задержали в разгар новогодних каникул. В тот день на улице Тульской парень соорудил 49-ю по счету закладку. Еще столько же пакетиков с энметилэфедроном у него лежали в карманах. За каждую геолокацию тайника с синтетикой ему обещали заплатить 300 рублей. В конце декабря 2021 года Мордвинкин, осознавая, что наркотические средства являются предметами, изъятыми из гражданского оборота, решил обогатиться, для чего вступил в состав организованной группы, осуществляющей с использованием информационно-телевизионной сети интернет незаконное распространение наркотических средств на территории города Новосибирска. Компаньонов, которые дистанционно руководили курсантом через телеграм-канал, следствие не вычислило. Задержанный осознал плачевность ситуации и рассказал все, что знал. Как на него вышли кураторы-поставщики, где он должен был доставать оптовые партии синтетики и кому именно скидывать координаты разовых закладок. Младший сержант заключил сделку со следствием, рассчитывая на особый порядок рассмотрения дела и смягчения наказания. Но то, что приговор будет обвинительным, это факт. Решение суд вынесет уже на следующей неделе. По итогу молодой человек будет уволен со службы.